Друзья, приветствую вас, с вами Диман Круассан, и сегодня у нас триал. У нас Паджеро 2, 3,5 литра, понижайка, все блокировки. И что еще? Что-то еще было. Автомат. Погнали! Так, друзья, что-то даже как-то слишком просто это было, да? Прет, прет хорошо, хоть там пузом все и собрал. Так, ну сейчас... Так, попробуем вот сюда, короче, переехать тогда, да? Понятное дело, что если я просто поеду прямо, то я просто на пузе повисну, да? Ну, как бы на пузе повиснешь, там уже никакие блокировки не помогут. Поэтому мы попробуем по диагоналечке вот у проекта, потом завалиться сюда и выехать уже вон там. Там большая яма, опять-таки. Яма действительно большая, не знаю, как на камеру смотрится. Мусор тут всякий, блин, покидали, короче. Ну вот, вот, ребята, вот я стою в яме. Уровень практически с меня. Видите? И самое главное еще, что я снимаю еще на 3 камеры. Ну, на 2, пока на 2. И одна камера у нас просто под машиной стоит. Вот, смотрите. Вон она, видите, пишет. Вот ее либо не задавить бы ее. Сейчас вы с нее кадры увидите. Thank you.
слишком глубоко. Тут не распахали. Ребят, надеюсь, вам нравится триал. Я его буду снимать очень часто, потому что это очень интересно. Ну, посмотрите. Ну, я, конечно, себе тут новую дорогу просто прокопал. Не, ну, круто смотрится, да? Вот так вот сейчас включу, короче. Так вот. Не, вот так. Одна на меня, другая. Нет, на меня смотрит этот. Так, вот так, вот так. И сейчас с трех камер просто буду переключать. Это. Все, друзья, всем спасибо. Пишите, в общем, комментариев, если вам понравился этот триальчик. Мы еще найдем где-нибудь бревна, еще найдем какие-то каналы. В общем, будем искать теперь, где триалить. Пока! Пока! Пока!